Йогвун, ёпте. Йогвун. Можно ренейм сделать. Блядь, я уже забыл, как оно пишется опять, понимаешь? Маждей, блядь. Ёбаный в рот. HDMI Boys, короче, блядь. Все поняли, кто это, в общем. Молдаване. Блядь, я не могу написать это правильно, блядь. Как оно пишется? Где? Вот найди мне, как пишется, блядь, это. Муджди, блядь. Короче, HDMI Boys, 24-я заявка. Муджди Boys. Полетели. HDMI Boys. Кайфанули, короче, вообще пиздец. То есть, У меня дежавю, ебать. Эдик, пусти их ко мне рвать на битах, короче, блядь. Эй, чуваки, давайте ко мне нарвать на видах. Да, спасибо за приглашение, Дэн. Да, обязательно. Заявку нужно записать. Сначала заявку, очень классное приглашение, Дэн. Ну тогда... Хорошо. Рубим соперников, и каждый тут палец с ног. Рубль не стимул, а раз так, то жди выстрел висок. Рубим соперников, и каждый тут палец с ног. В конце турнира останется дур. 300 кусков, а надо на капли? Мне надоели бандам, а все-таки команда. Окей, тогда ладно, и правда. Давай на битах, попад, как мы давно были готовы всех рвать на битах. Задавать моду легко. Попало за деньги бэк, как блэкбол. Только дай нормальный, мы на пиками. Мига заберем это на наш бэк. Лоу, не мурать, не дать тебя на куски. Где проем не допустим, так нужно сон в силе. Хоть только войдет из них, но трубай не манай. Сейчас смотри, как молдаван не валит на банк России. Это приз на ноль фолк файк. И на тот же ноль фольк не в антихайпе. Дикцию в топ поднять бы вам как, например, Сбербанк. Тут one take, но брать надо двух. Это камбэк. Берусь на них в руки, мы задаем тренд столицы ветро. Где play black, уже play all. А фронтеря запробовали, зали на мейн ивентах. Мы там видели кого угодно, но не конкурента. Горожане захотели новый зал. Пока мы были в нем одеты, нас ожидал зал. Детка, я буду поваром этой кухни. Часто ведь эти овощи тебе же не покажут мясо. Ты дерзкий, как я, не, но я не дерзкий. Сегодня мы готовим без рука по-бежкекский. Дай мне майки, ты труп, идите пыски. Еще нема залетает пику, нифру. Я тут, моя крю, снова на виду. Хэштег, вак, на видах, прямо на YouTube. Чей минус взял нас на проект, и тут вопрос возник. Почему у нас не было на батлах среди этой возни? Молдова, люто, валит, знаем, мы готовы казнить. Дэн, ну черт возьми, гадэм, дэн, черт возьми. Чайни не взял нас на проект, и тут вопрос возник. Почему у нас не было на батлах среди этой возни? Молдова, люто, валит, знаем, мы готовы казнить. Дэн, ну черт возьми, гадэм, дэн, черт возьми. Дэн, ну черт возьми, гадэм, дэн, черт возьми. Ну черт возьми, гадэм, дэн, черт возьми. Молдова, люто, палец, знаем, мы готовы свистить. Дэн, ну черт возьми, гадэм, дэн, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми. 6 баллов. Бля, ну он на бите, в зале, это должно быть на 7 из 10 баллов, да? На так хуёво записанный звук, как бы, смотреть не хочется. 7 из 10 я дам, я думаю. Вот. 7 из 10 Молдова получает. Вот. Чё я их не брал на мейн-эвенты? Все ждали, да? Дэн, ты же там позвал. Вот они тут даже посвятили это, как бы... Посвятили всех в это и посвятили этому кусочек. Вот. Сначала делают охуенные команды батл друг против друга, а потом начинают забывать тексты на следующих раундах. Разумеется, конечно, хочется видеть, что каждому к батлу вы готовитесь как к последнему. Поэтому... Ну, если... Бля, да я уже все сказал на 140 BPM, на самом деле, как судья. Просто кто смотрит, кто следит, он знает, ну, что я и... В общем, чуваки, давайте залетайте, но без шуток про 140 BPM, без вот этих локальных мемчиков, которые уже заебали. Они вот здесь вот. И это не только обновиться, к вам... Обновиться, не только к вам, да, относится, да, 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 это да, проект, как бы, это не 140 BPM, и вот эти локальные мемчики, как бы, ну, и типа... Вы, ну, получили свое признание аудитории заслуженно, но это было связано со 140 BPM. Сейчас абсолютно новый проект с немножко другим уклоном. И отнеситесь к этому правильно, потому что, как все сегодня видели, заявок достойно достаточно много. И переоценить себя и сделать так, да я уже и так как бы знаменитый, да, поэтому да, меня пропустят. Нет, не пропустят. Никого из этого списка, кого мы сегодня перечислили, не пропустят за красивые глаза. Могут быть не согласны люди с тем, что кто-то, может быть, прошел, кто-то мог другой бы пройти в этот список, но всех отсеет отбор, реально, потому что нам надо слить 8 команд, получается, с отбора. Слить, потому что я считаю, что все достойны попасть в топ-16,
И как бы если они не попадают, ну типа они будут расстроены в любом случае, да, будут считать, что их слили. Вот, но как бы... Да и вообще мы типа возвращаемся ко всему. 24 заявки отобрано, вот. Я перечислю всех сейчас, после того, как... Сколько? 70 доставишь? 6? Сколько? 6. Да я что-то вот не знаю, вот меня инструментал вот это держит. Перебежки, вот я что-то ничего не понял. Короче, на самом деле, ну... Ну, 7 из 10, вот, я все сказал. Давайте ваши оценки, ребят. Че я там курчусь? Есть десятки. Десяток много, кстати. Ребят, ну, если вы фан-база, то вопросов нет. Если вы не фан-база, то... Хотя, глупо, наверное, просить расписать, просто, ну, я уже, блядь, описывал, что значит десятка, типа, в оценке, поэтому хуй с ним, просто хуй с ним. 8, 10, 1, 5, 10, 7, 9, 6, 4, 3, 5, 10, 8, 10, 7. Ну, мне даже кажется, что как будто слегка больше, чем 7 в среднем, но, как бы, у нас свое мнение, у вас свое, вот, поэтому, наверное, так. Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау.